Хочу показать вам разрезы. Такой красивый. Аж резать его жалко. Посмотрите на эту красоту. Добрый день, дорогие мои! Сегодня я буду готовить шарлотку. Для этого, для теста нам понадобится компот. Компот я взяла вот такой вот яблочный пюре. 120 граммов. Сахар 50 грамм. Я взяла коричневый. Мука 300 граммов. И 50 грамм подсолнечного масла. Буду замешивать тесто. Тесто я замесила, отправлю наше тесто в холодильник на 15 минут. Если хотите, можно в морозильник. Пока отдыхает наше тесто, почищу яблоки от кожуры и порежу на кубики. Добавлю наши яблоки ванилин, пакетик вот такой вот, сахар. грамм, крахмал 40 грамм, также я добавлю 170 граммов компота, это пюре, французы называют компотом, и корицу на глаз, сколько вы хотите. Столечка хватит. И все перемешиваем. У нас будет начинка. Вот такая. Здесь такой аромат стоит, если бы вы знали. Корица так пахнет. Это просто чудо какое-то. Все, начинка готова. Тесто я достала с морозильника, раскатаю на тонкий пласт. Сковородку я сейчас сделаю бортики, так вот, чтобы держались эти наши бортики. Сковородку мы приготовили. Теперь вот отправляем нашу сковородку, нашу начинку. Начинка у нас очень ароматная. Наше оставшееся тесто мы отправляем в сахар. Все перемешиваем. Оставшееся тесто мы берем и отправляем вот так вот. Вот так вот. Накрываем нашу начинку. Оно будет смотреться очень красиво. Вот посмотрите, прямо вот так вот. Вот такая шарлотка у нас получается. Отправляем ее в духовку на 15-20 минут. Но это зависит, конечно, от духовки. Шарлотка наша испеклась. Она очень красивая и очень должно быть вкусная.
Сейчас я немножко накрою ее сахарной пудрой, чтобы был немножко такой нарядный вид, совсем чуть-чуть. Только посмотрите на эту красоту. Это так необычно.